рождения ребенка 100% это был самый счастливый день в нашей семье, потому что у нас появилось маленькое чудо, вот, и наша жизнь полностью изменилась. Мои дети не хотели 11 лет, они вообще не хотели рожать. Это только вот я их тут донимал. Ну когда вы мне, ну когда? Наконец-то осчастливили. Так что я счастлива, что у меня внучка растет. Ей уже сейчас 14 лет, но мы с ней общаемся как подружки. Ну я в Китае 6 лет прожил. Вот это событие хорошее. Там народ очень хороший, добрый, отзывчивый. Я не знаю, наверное, с рождением ребенка. Мне кажется, ну все остальное уже, все его дальше шаги, все его успехи, это тоже радость. Я считаю, что самый счастливый день, это когда мы с мужем познакомились, потому что в этот момент и началась наша семья. Самое главное, правильно выбрать человека своего, тогда все получится. И идти с ним по жизни. Самое счастливое время, когда дети рождаются, особенно первый ребенок, когда родился, да. Это нельзя же это забыть никогда. А потом все это уже вторичное. Первое – это дети. Вот. Вторичное все остальное. И успех, и работа. Это первый внук, конечно. Ой, я так обрадовалась, все. Ну, он родился не очень совсем здоровый. Его тут же в реанимацию и все. Я так переживала. И когда выписали его, что сказали, он и ходить не будет, и все. А потом он рок-н-роллом занимался, все. Thank you.